В 2014 году Чувашия была признана лучшей в Приволжском федеральном округе по раскрытию преступлений. За этой цифрой стоит ежедневная напряженная работа всех структур ведомства. Михаил Игнатьев принял участие в коллегии Министерства внутренних дел и вручил награды лучшим полицейским года. Грамоты, благодарности и кубки. И это все тем, кто круглые сутки обеспечивает нашу безопасность. Но лучшей оценкой работы становятся слова благодарности от людей, чьи жизни они спасли, чье имущество защитили, кого уберегли от мошенников. И сегодня представители правопорядка ни на секунду не забывали о своем предназначении. И, как положено, в форме рапортов отчитывались о проделанной за год работе. В ушедшем году контроль над оперативной обстановкой в целом по республике был сохранен. Продолжилась тенденция сокращения общего числа зарегистрированных преступлений. В результате принимаемых предупредительно-профилактических мер сократилось число убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, преступлений, совершенных в жилом секторе. Принятые меры реагирования позволили сохранить и даже улучшить рейтинговые позиции по результативности раскрытия преступлений. Михаил Игнатьев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проделанную работу. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, очень важно сохранить положительную динамику. С одной единственной целью, чтобы предприниматели, несмотря на сложные процессы, которые происходят в экономике, в мировой геополитике, вкладывали свои заработанные рубли в развитие производства, создавали рабочие места, тем самым нарушителей, правонарушителей, конечно, будет меньше. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.